ТРК «Иртыш» и «Русфонд» продолжают совместную акцию помощи больным детям. Сегодня героиня нашего сюжета – 7-летняя Ангелина Проха. У девочки врожденный порок сердца, нужна операция, у многодетной семьи необходимой суммы нет. Помочь Ангелине может любой желающий. Достаточно набрать короткий номер 5542 и отправить слово «Дети». Стоимость одного сообщения – 75 рублей. 7-летняя Ангелина Проха с детства переносит болезни тяжелее, чем остальные дети. После плановой АКДС-прививки она и вовсе заболела пневмонией. Часто температурила, мало кушала, была неактивна. И мама девочки забеспокоилась. Полтора года у Ангелины обнаружили врожденный порок сердца. Частые простудные, конечно, заболевания, вот это вот все способствует быстрой утомляемости у ребенка. Ну, то есть, как бы спортом заниматься она не может активно. Потому что она быстро устает. Наравне с другими ребятишками, а вы же знаете, детям важны достижения, а она не сможет этого делать. Естественно, это на психике может как-то отразиться. Я просто вот за это все переживаю. Энергичную второклассницу, кажется, порой невозможно остановить. Кроме спокойных творческих занятий, рисования и лепки, Ангелина увлекается танцами, гимнастикой. Более того, готова и дальше открывать для себя новые виды спорта. А чем бы хотелось тебе заниматься? Ну, плаванием. Я хочу плавать уметь. Реализовать свою мечту Ангелине не позволяет порок сердца. Девочке нужно провести операцию. Томские специалисты это сделать готовы. Учитывая возраст ребенка, топику порока сердца, наличие начальных признаков легочной гипертензии, показано эндоваскулярное закрытие протока окклюдером. После щадящей операции ребенок быстро восстановится и будет активно развиваться. Стоимость операции 246 174 рубля. В семье таких денег нет. Сбор средств уже начался. Сейчас до полной суммы не хватает 49 тысяч рублей. Помочь девочке справиться с болезнью можете и вы. Достаточно отправить с мобильного телефона на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети». Стоимость одного смс – 75 рублей. А владельцы айфонов и телефонов на платформе Android теперь могут перевести пожертвования через мобильное приложение. Иные способы помощи на сайте Русфонда. Дарья Тюменцева, Никита Змага, Вести, Омск.